Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Короче, меня подписчики просили снять видео, как быстро прокачивать неонки в Adopt Me, поэтому сегодня я вам сниму на этот туториал. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходит масштабный конкурс на 50 тысяч робуксов. Блесни своими творческими способностями и получи возможность выиграть много робуксов. Ссылка на сам конкурс в описании. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт в описании. Ну что ж, нам для этого понадобится полностью прокачанный питомец. И вот, как вы видите, у меня есть вот такой вот бэт-дракон. На нем сейчас 39 уровень. Это означает то, что я его прокачивала 39 раз. И получила за него 39 зелий роста. Кто не знает, что такое зелье роста, вот так вот оно выглядит. И оно помогает нам прокачивать питомца намного-намного быстрее, чем это делается по-обычному. Вот, например, если бы вы обычно питомца прокачивали, то это бы заняло у вас несколько дней. А если прокачивать его с помощью вот таких вот зелий, например, потратить 10 таких зелий, то вы можете прокачать питомца до full ground за 10 минут, представляете? Это делается очень легко. Но для того, чтобы получить одно зелье, нужно выполнить на full ground питомце 30 заданий, ровно 30, неважно какой он редкости, легендарный или комоновский. Количество заданий у всех одинаковое. И вот получается, я выполнила 39 раз по 30 заданий, это, конечно, отняло много времени, но зато я прокачала, во-первых, своего пэта, и, во-вторых, получила кучу зелий для будущих неонок. Но если же вам такой способ не очень подходит, то зелье можно получить вторым путем. Их можно получить вот в такой вот приманке. Эта приманка стоит 750 баксов. Заходим в раздел с мебелью, вот сюда вот. И тут вот, как вы видите, можете приобрести такую приманку. И каждые 4 часа у вас в ней будет появляться какая-то награда. Например, это могут быть баксы, может быть питомец, могут быть игрушки, ну и, конечно же, эти зелья. На зелья процент не очень большой, это не означает то, что вам из каждой приманки будут падать зелья, но все же такой способ тоже существует. И, кстати говоря, кто не знал, эти зелья трейдить нельзя, то есть через трейд их, к сожалению, получить нельзя, иначе бы игроки очень быстро все делали бы неонки, и они бы очень быстро падали в цене, поэтому вот так вот сделали. И, кстати, у нас сейчас выходные, и эти 2 дня, субботу и воскресенье, у нас проходит 2x выходные. Получается, мы можем зарабатывать в 2 раза больше баксов, а также в 2 раза быстрее прокачивать пэтов. Получается, вместо 1 задания вы сразу выполните 2. И это на самом деле очень удобно. И может вам помочь быстро добыть зелье, ну или же прокачать неонку, вы уже там сами решайте. Но я вам советую все-таки добывать вот эти вот зелья, потому что с ними намного быстрее прокачиваться, и это очень классно. Ну ладно, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Если вам нужен еще какой-нибудь туториал, например, как заработать много баксов, или же как научиться правильно трейдить, как узнать цены питомцев, ну или еще какой-нибудь туториал, обязательно напишите об этом в комментариях. Я обязательно прислушаюсь и сниму такое видео. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.